Главная задача Черчаяна – показать зрителям то, что они не видели. Каждый год организаторы отсматривают десятки работ, выбрав лучшие, начинают приглашать театры в Хакасию. Не все приезжают, однако эксклюзивные представления будут, и много. Например, гости из Японии покажут спектакли для одного человека. Подходит ребенок к небольшому сооружению и заглядывает в небольшое отверстие. Для него лично будет представлен спектакль маленький, но... Знаете, он что-то напоминает типа 3D. Что-то на него летит такое. Вот ощущения очень большие. Язык тела и музыки представит молодежный балет из Франции. Приедут джазмены из США, голландцы покажут представление на ходулях на Первомайской площади. Такой спектакль хорошо видно даже с последних рядов. Будут и марионетки из Испании. Они умеют надувать нелопающиеся мыльные пузыри. Приедут полюбившиеся абаканцам болгарцы и ярославская студия кукол-ежики. Они запомнились маленьким зрителям. Особого внимания заслуживают артисты Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Три постановки «Кант», «Женитьба» и «Август графства Осейдж». Из Маяковки, так сокращенно называют театр, приедут больше 60 человек. Есть среди них знаменитые артисты. Декорации тоже везут свои. Солевский, будет Немоляева, будет Филиппов, будет Евгения Симонова, Ардова. То есть... И так далее. То есть вот то, что в «Канте», мы хотим сразу предупредить, там очень мало места. Они везут с собой уникальную декорацию, в которой фактически вы ходите как внутрь дома, и все это будет вот на сцене. Билеты на платные спектакли в продаже, так что театралам следует позаботиться о них заранее. Они и в сказке, и в драмтеатре. Часть постановок можно будет увидеть бесплатно на площадях города. Также жители других городов и деревень тоже увидят иностранных артистов. Участники Черчаяна традиционно будут путешествовать по Хакасии. Мария Дудник, Алексей Иванов. Новости, 7-й телеканал.